В России сегодня официально повышается минимальный размер оплаты труда. Менее чем с 10 тысяч рублей до 11 163. Таким образом, МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом. По данным Минтруда, повышение приведет к увеличению зарплат у 4 миллионов человек. И сегодня же сразу несколько регионов страны получили право вводить курортный сбор. Это Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайские края. Но в Крыму решили отложить введение сбора на год, а в Краснодарском крае плату начнут брать после завершения чемпионата мира по футболу. Так что сегодня нововведение коснется тех, кто едет на Алтай и Ставрополье. В сутки с человека в отелях, кемпингах и хостелах там берут по 30 и 50 рублей соответственно. Средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры.